Мне лишь бы крышу над головой получить. И они комнату мне дали, и я там 4 года отработал, а потом эта комната понадобилась директору и продали ее. Многие здесь его подкармливали, жалели, ну вот, потому что старичок не пьющий, он не ведет себя социально, в общем, все нормально, просто видно, что какая-то очень тяжелая история у него случилась в жизни. Все,